увольняюсь. Слушай, это как-то не по понятиям, что ли. Надо было привести, наверное, на свое место кого-нибудь. Значит, говоришь, не по понятиям, да? Не, ну, в принципе, если брать, что вся страна, да любая страна, это некое подобие зоны. Можно, можно поговорить про понятия. Я думаю, даже нужно поговорить о понятиях. По понятиям? Ты барыга, а те, кому ты платишь, люди, которые растаскивают бюджет страны. А что такое бюджет страны? Это общак. Люди страны в этот общак скидывают деньги, чтобы жить, чтобы пользоваться им в случае горя, беды, чтобы решать свои проблемы. Это общак. А те, кто тащит с общака, их крысами называют. А крысу на пику сажают. Те, кому ты платишь, крысы. Вот так по понятиям получается, понимаешь? Ты хотел по понятиям? Вот это и есть понятие. Ты барыга, а они крысы. Все-таки решил уволиться? Да, уволюсь. И чем заниматься будешь? Воровать пойду. Воровать будешь? Посадят. Я же не Навальный, кто посадит меня? Ни Навальный, ни Яговист. Кто меня посадит? Мариша слушаешь. Хорошие слушаешь песни. Правильные. А живешь неправильно. Сказка превратится в...